В нашем регионе увеличилось количество руководителей нового поколения. 79 выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров получили соответствующие дипломы. Проект реализуется уже больше 10 лет. За это время участие в нем приняли 1500 волгоградских специалистов, рассказывает Наталья Стегнцева. Специалисты учреждений образования и здравоохранения, представители малого бизнеса и крупных предприятий. Всего 79 человек. Очередной выпуск в рамках реализации президентской программы подготовки управленческих кадров. Я не просто надеюсь, я абсолютно уверена в том, что знания, полученные в ходе обучения, будут в обязательном порядке востребованы не только вами, но и вашими руководителями. Потому что в вашем лице они получат управленцев совершенно иного качества и иного уровня. Профессиональная переподготовка велась по специальности менеджмент, маркетинг, финансы и кредит. По мнению новоявленных выпускников, за время обучения они обогатились не только широким и глубоким кругом знаний, но и получили в руки ряд практических навыков, которые смело можно и нужно применять в их повседневной работе. Данная программа большой вклад внесла в развитие нашего учреждения. Время не зря потрачено, много нового приобрела, да как лично для себя и так для работы с коллективом. Особенно вот часть работы с людьми многое дало. Открыло, так сказать, те места, где к людям неправильно подходишь или еще что-то. Правильная работа с персоналом. Поэтому сейчас буду переделывать, перестраивать стиль работы с персоналом своим. Кстати, всем участникам президентской программы предоставляется возможность пройти стажировку на российских предприятиях, а также за рубежом. Страны-партнеры – Франция, Германия, Япония, Финляндия и Нидерланды. Всего же с момента начала действия программы в нашем регионе по ней обучились более 1600 специалистов. В настоящее время проводится набор слушателей на новый учебный год. Наталья Стегнцева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».